это я понимаю. Ну что ж, ну а теперь-то, куда мы приехали? Режим не включен правильный. А теперь-то мы приехали в Колизей, ребят. В Колизей. Пойдемте посмотрим, что здесь. Чувствуете? Чувак, это заебись. Да. Я буду сейчас осином, я здесь, собственно, дамочек сделаю. Будет ли красиво? Красиво. Вот это красиво, согласитесь. А, ребят, в общем, как можно было посетить Рим без посещения такой достопримечательности, которая находится позади нас? Это Колизей. А это красота. Вау. Колизей. Что это строил? Что разрушил? В общем, и под завершение нашей поездки по Риму мы заглянули куда? Все правильно, в Венецию. Мы не спали. Это Ватикан, дружище. Это Рим. Ну, заглянул там в Венецию. Ребят, это сказывается то, что мы... Отсутствие сна. Отсутствие сна после концерта. То есть у нас был концерт ночью, я вообще не спал еще. Да, Ватикан, ребят, Ватикан, конечно же. Вот, мы сейчас едем обратно на север Италии, в Милан, вот, поэтому сейчас мы здесь остаемся на буквально одна минута, и мы going back to the Milan. Мы идем профессионально. Mi scusi. Привет, привет. Здравствуйте. Hi guys. Good. How are you? So how was the travel from LA? Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Fucking cool to be here. So guys, right now in your place, motherfuckers. Посмотрим, что за акрил такой. Посмотрим, что у вас там. Что у вас тут за акрил? Упс. Не, ну а ты что, не знаешь, что ли, что если ты криво ставишь барабанные тарелки, будешь играть криво? А когда ставишь ровно... Ровно? Конечно, картинка, короче, типа, ты ставишь барабан на уровне малого, да, я тоже. Следующая картинка просто друг друга, короче, шпилит, блядь. Сама очень приятно звучат. Мы, в принципе, можем вас тогда отпустить поехать. Да, кстати, отпустите нас, пожалуйста. Маш, ты с нами едешь? Нет. Забухал, нет? Ты не будешь пить Егермайстер в машине? Ты что? I am no preacher, bitch, I'm a teacher, more like a thinker, dreamer, believer. A thousand albums came out last year and I ain't get one. Cause these boys looking like Mantan, I make hits like Grand Effin' Man, If I could
can get to you, then I get next to Ken. If you don't come out there, someone's getting stretched again. Kicking in the door, lifting up the pole, then I'm stepping in. Мы проверим структуру, начинку и плод шаверма. Интерьер и персонал сразу на пятерочку. Да. Симпатичные дамочки. Плотине неплохое место, посмотрите, для проверки шаурмы на плотность. Дружелюбные люди. С вами шаверма патруль in Milano. Ребят. Чё? Вчера у нас прошел концерт в Бреши, и это было круто. Это было круто, наш второй концерт прошел уже. И сегодня у нас мы сейчас пришли покушать прикольные вещи, традиционные итальянскую пищу. Я не знаю, как это просто описать, но это будет вкусно, я уверен. Сегодня мы будем записывать офигенный фит с каруселями 47 на студии у Робина. Наверное, перезапишем песню 3, потому что, блин, надо бы ее по новую как-то переиздать. И далее мы отправляемся в Милан, мы будем там ночевать, и завтра мы уже едем во Францию. И на этом наше приключение в Италии, к сожалению, закончится. Вот. И теперь расходимся. Вот это было круто. Итак, ребят, всем привет. Мы находимся в Милане. Клаудмайс третий раз уже посещает Милан. Сзади, как всегда, у нас собор, дом. Правильно я сказал? Все правильно, да? Точно? Здорово. Вот. Потом стыдно будет нам. Нам будет стыдно. Нет, будет стыдно, когда будем читать комментарии. Это не дом. Ты мудак. Это дом. Фу. Или, ладно, пофигу. В общем, ребят, мы снова находимся здесь. Это очень здорово, это очень круто. Как же Милан, как же поездка в Милан без вот этой красоты, которая сзади нас находится? Без этого вообще никак. Как всегда, знаете, каждая достопримечательность, на которую мы приезжаем, сопровождается следующей речью. У нас совсем мало времени, мы должны сейчас уезжать, но так оно и есть. У нас снова где-то всего лишь полчаса, чтобы сейчас купить новые ботинки, потому что эти уже пропахли, как не знаю. Смотри, что. Просто пипец. Да. Настучал. Пойти покушать в последний раз и в последний раз в Италии. И поехать. Поехать дальше. Это мы не могли пропустить. Так что сейчас, да, у нас будет очень-очень долгий трип во Францию. Город Лион, и завтра у нас уже первый концерт. Мы будем очень скучать по Италии, мы действительно очень привыкли к этой стране, мы здесь пробыли 3 дня, кажись, 3 или 4 дня, и отыграли 2 концерта, повидались с нашими друзьями, записались в студии, отведали настоящей домашней итальянской еды дважды, как в Авеллино в Риме, так и в Бреши. Это было очень здорово. Поэтому мы будем очень скучать. Мы будем скучать по людям, которых мы здесь встречали, по концертам, которые здесь проводили, по атмосфере и по таким достопримечательностям, которые мы еще не скоро увидим. Не скоро, наверное, через 365 дней, да, в следующем году. Так что, ребят, следите за новостями. Следующая остановка – Франция. Long. It's long, 7 евро. 7 евро, я думаю. Воу. На меня. Не представляю, что это. Ребята, а может мы в другое заведение попробуем? Да, я бы тоже сходил в другое заведение. Может, не все здесь будем набирать? Потом Маша сюда сказала, как-то...
Та-та-та-там! Ребят, да это жесть, я хочу сказать. Милан и шопинг — это просто чуваки, мы себя сейчас чувствовали просто жесть, то, что мы идем реально под музыку, так хоп-хоп-хоп, потом сумочку не выходим, идем в другую вещь. Ребята, это наркомания какая-то. Но зато купили очень дешево, кучу всего, я себе вообще там и пиджаки, и хуй. Все круто, ребят. Надо сейчас сигаретку после такой наркомании и пойти обратно. Мы же все-таки не туристы. Ты да? Нет. Да, сеньор. Нет. Короче, пожрали, походили, гуляли, пришли к тачке, а у нас замок, короче, взломан. Очень так получилось, нам повезло, то, что ничего не вытащили, но вот такая вот хуйня, короче. Какой-то пи***дел нас... Охренеть. Там либо местные легавые мимо проезжали, он засал, либо не смог открыть, но, в общем, повезло, то, что ничего не вытащили. Так что вот, такие дела. Ребят, это жесть. Мы могли лишиться абсолютно всех инструментов, они у нас здесь находятся. Куча ноутбуков, куча документы, всего, фотики. Документы, там абсолютно все. Мы отошли, по-моему, на полтора часа где-то. Час где-то, полтора. И вот такая хуйня произошла. Поэтому это стрёмно. А мы сейчас выдвигаемся... А Франция будет еще хуже. Мы выдвигаемся во Францию, я сейчас как раз это и хотел сказать. Мы выдвигаемся туда, в нигерскую Францию. Ой. А там бомжей. А там все намного... Придется за шашкой заехать в магазин. Ладно. В общем, будем вытаскивать все вещи теперь, да. Нет, оставлять пусть кого-то будем машину. Ладно, до связи. Увидимся позже.